Приглашаются борцы за первое место. С нами хоть Мурат Магомедов, вице-президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион и большой друг училища олимпийского резерва номер один. Армения. Скажите, как вам первый день соревнований? Поменялось ли что-то с предыдущих лет? И как оцените в целом сегодняшнее выступление? Ну, впечатление. Сразу скажу, что начались финальные схватки. И сразу видно, что ребята показывают такую интересную, зрелищную борьбу. Это юношеский возраст. Вспоминаешь, конечно, себя. В это время энергии много, быстро восстанавливайся. Поэтому хочется сказать большое спасибо училищу Олимпийского резерва номер один города Москвы, директору Давиду Владимировичу Мусульбесу и всей команде, работникам, всем тем, кто стоит рядом, помогает, чтобы этот турнир состоялся. В этом году он уже четвертый рождественский турнир. Для детей это на самом деле праздник. Поэтому организаторы сделали так, чтобы дети, помимо того, что они поборются, они получат подарки. Они подружатся, они увидят достопримечательности Москвы. И эта поездка, я думаю, что детям на многие года они это запомнят, получат хороший заряд. И я хочется пожелать этому турниру большое будущее, потому что такие турниры являются трамплином в большой спорт. Ребята тренируются, показывают результат, растут и усовершенствуют, улучшают свое мастерство. Сегодня уже начались финалы, и завтра они продолжатся. Что вы пожелаете борцам на сегодня и на завтрашний? Я хочу пожелать юным борцам успехов, самое главное. И даже те, которые, может, если сегодня они не попадут в число призеров, не расстраиваться, потому что это спорт, сразу победы не приходят, бывает падение, победы. Нужно вставать, идти к своей цели. А чемпионов и призеров я, конечно, хочу поздравить, потому что это турнир очень престижный рождественский турнир. Удачи во всем. И чтобы вот благодаря таким турнирам ребята становились и чемпионами мира, и олимпийскими чемпионами, прославляли нашу страну, Россию. Что ждете от завтрашнего финального дня? Завтра тоже уже другие весовые категории начнут. Тоже хочется пожелать удачи, успехов. Пускай в честной, бескомпромиссной борьбе пусть побеждает сильнейший. Самое главное, духом не падать. Спасибо вам большое.